В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета прошел конкурс юного переводчика имени Шарафа Мудариса среди учащихся старших классов. На мероприятии присутствовали представители Управления образования Казани. На первом этапе конкурса, проходившем заочно, было представлено 100 работ. Для второго этапа было отобрано 25 лучших из них. Участники конкурса выступили со своими переводами отрывков произведений с татарского на английский язык. Их оценили по следующим критериям – знание языков, теоретических основ перевода и творчество автора выбранного произведения. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.